Анне Галятиной, начальнику отдела продаж и ипотечных кредитов. Хочу вас поприветствовать на такой прекрасной церемонии «Добросовестный застройщик». Каркас Монолит впервые принимает участие в этом проекте. Я надеюсь, что это будет начало доброй традиции, потому что я лично сама была на нескольких экскурсиях, и нужно сказать, что когда ты на экскурсии, ты полностью погружаешься в атмосферу этого жилого комплекса. То, что мы видим порой там на буклетах и страничках интернета, не всегда дает передать эту атмосферу, ту любовь. То, что вы делаете для людей, там, и инфраструктуру, все, это просто потрясающе. Мне очень понравились ваши специалисты на площадках, которые с такой любовью рассказывали про каждый свой комплекс, это говорит о том, что просто люди прониклись каждой деталью этого комплекса, когда вот от проекта до самых высоких этажей. Поэтому я хочу вас поблагодарить за ваш компактный труд, пожелать вам амбициозных планов, процветания и успеха. И в нашей стране тоже есть несколько номинаций, хочу вам включить. Первая наша номинация «Довольный покупатель» награждается компанией «Нижегородская инвесторская компания». Вторая номинация «Мастер квадратной застройки» группа компаний «Столица Нижний». Качественная отделка, группа компаний «Каркас Монолит». Грандиозные планы, «Жилстрой НН». Уютный жилой комплекс, объект «Строй». Большое спасибо. Ладно, давайте еще раз поаплодируем.